Полимерная глина и стоматологическая лопатка – это все, что нужно 13-летнему Боре Корнееву для творчества. Сейчас юный скульптор лепит смешного и колоритного Карлсона. Несмотря на миниатюрные размеры, сходство идеальное. Знакомая ухмылка, непокорный вихор, а в руках банка с любимым лакомством. Автор признается, что работа над этим персонажем идет легко. На фрикенбок на нее бы ушло дня два точно. 1,5 часа на лепку, 1,5 часа на обжиг, 20 минут на лак и еще 10 на сушку. И вуаля, еще одна фигурка готова. Таких в коллекции Бориса уже более 1,5 сотен. Материал автор выбирает самостоятельно. Нам нужна маленькая баночка и кусок полимерной глины зеленый. К своей первой крупной персональной выставке скульптор начал готовиться еще с детского сада, когда лепил из пластилина и сделал свою первую фигурку. В художественной школе мальчик не учился ни дня. Уровень мастерства воятеля-самоучки в полной мере смог оценить именитый ангарский скульптор Анатолий Асауленко. Схватил вот характер конструкции. Вот конструкция – это значит там одежда, все в характере, понимаешь, и так далее. На таких маленьких работах показать портретное сходство – это, конечно, очень-очень трудно. Ручки и ножки по несколько миллиметров, костюмчик – пару сантиметров. Сложно представить, что это описание фигурки, например, сурового Владимира Жириновского. В Бориной коллекции только яркие персонажи, как на внешность, так и на характер. На одной полке расположились цари и императоры разных эпох, эстрадные певицы, герои русских и зарубежных мультфильмов и кинокартин. Например, белокурую Мерлин Монро Борис сделал почти месяц. Чтобы его хорошо сделать, персонажа, надо знать линии лица хорошо, там, ну, примерно со всех сторон, там, какой у него нос, глаза, там, подбородок, это только лицо еще. Остальное тоже, там, костюм, тело. Иногда бывает персонаж, там, например, в фильме, у него много разных костюмов, вот, приходится выбирать, его надо в одном сделать. Вот, судя уже, там, по выбранным распечаткам, я начинаю его делать. Там, придумываю, какая у него должна быть поза, там, взгляд, прическа и так далее. Время изготовления фигурки делится автор, колеблется от нескольких часов до месяца. Самая маленькая поделка – это брелок, всего в 1 сантиметр. Самая высокая – медуза Горгона, она почти 15 сантиметров. Самая сложная – султан из Аладдина с непропорциональным телом. Боря даже сделал крохотные копии своей учительницы по истории и маминой коллеги по цеху. Это у нас семейная, мой отец и рисовал был художником, и чеканки делал. У него вот именно в скульптуре это отразилось, открылось. Будем стараться дальше. Скромная мама умолчала, что и сама делает прекрасные поделки в разных техниках. Но Боре в лепке не помогает, все делает сам, разве только совета просит. Достижениями сына очень гордится, уверена, что эта выставка – только начало большого творческого пути. Яна Попова, Алексей Кусюмов. Местное время.